15-й Евгений Макеев, 16-й под 17 номером Муса Думбия, Павел Могилевец. Буйволов обязательно там. Пошел навес в штрафную площадь, и счет становится 1-0. Вот так вот после стандартного положения забивает хозяйская команда. Другой разбор, прекрасная подача. И вот Марков, который вроде бы в окружении соперников, но бьет он без особенных помех. Смотрите, здесь 4. Роша есть правее, забегает Кутин по флангу, но передача идет на Заболотного. Вот уже нападающий в центре штрафной площади отбрасывает назад под удар. Передача проникающая не прошла, зато вот здесь поборолся. И какой удар! Давайте еще раз смотреть. Вот Дидюн цепляется за мяч, здорово оставляет его Байрамяну, и тот бьет. И Юрченко-то уже в другую сторону пошел, чуть-чуть ниже мяч. Плотность преодолевать, прежде всего, длинными передачами, не встревать в этом болоте в центре поля. Здесь действительно очень плотно. Еще одна подача, снова Марков бьет. Ну, смотрите, идет подача. Марков бьет, снова довольно опасно. Писяков добирается. Да и рано еще, и первый темп не сыграли. Есть, конечно, Кутин забрасывает мяч в штрафную, за болотный, оставляет Маркову, тот бьет. Ситуативно, быть может, но сейчас он скорее ближе к центру позицию занимает. Ну, может быть, фланговой игры. Ох, какая ошибка сейчас на ровном месте. Подхватывает мяч Марков, играет на Заболотного. Подача, удар через себя или ножницами не получается. На фланге снова рядом с ним очень много опекунов. И не обострить в такой ситуации, но сейчас едва не прошла передача. А здесь пенальти. А вот здесь у Стова, кто отправляется бить, судя по всему... Сверрир Ингасон. Вот еще раз смотрим. Интересно, вот Кучук. Да, давал здесь... ли он какую-то установку перед матчем, кто будет пробивать? С пенальти 1-1. Юрченко был близок к тому, чтобы до мяча добраться, но очень сильный удар, и счет сравнялся. Да, сильный удар, и Юрченко, угадав, сильный пас, и снова борьба, в итоге потеря, тут, правда, едва точницы друг друга по ногам не бьют. Чернов разводит руками, не на кого подавать, он считает, нашелся, выиграл верховую борьбу, Гацкан, Паршевлюк. Ионов, удар поворотом, Юрченко спасает, еще один момент, и мяч, заключительный удар, но разыгранный было здорово, как Паршевлюк здорово сыграл, и бил поворотом Ионов из хорошей позиции, отметим Юрченко, который выскочил из ворот и сократил угол. Заболотный, Роша, здорово, Марков, мяч под левый, удар, Чернов подает в штрафную площадь. Корнецкий, удар. А это момент для Заболотного. И удар по своим. Предъявляет здесь претензии своим. Смотрите, как легко прошла эта передача.